сидел глухарь, стрелял далеко. Глухарь улетел. Бывает. Первый выстрел за эту осень. Далековато, бля. Че, наверное, метров 60, наверное. Ближе уже не подойти, он уже смотрел на меня, уже начал топтаться. Ближе не подойти был. Собачка работала. Молодец, Соболь, молодец, молодец. Молодец, Соболюха. Собачка работала. Далеко, Олег? А он уже меня увидел, он меня вперед увидел. Но он уже начал топтаться. Но он от земли в пол дерева сидел. Я улетел. До него, наверное, дробь не долетела. Да нет, дробь-то долетела, но далеко. Ладно, может быть, будут еще моменты. Поснимаем. Хорошо. Пусть хоть и промазал, но азарт словил. Впечатление хорошее. Привет, граждане охотники. Кои-то веки выбрались коллективом на охоту на лося. Пришли на ночь в избушку. По дороге я стрелял по глухарю. Лосей пока не гоняли. Сейчас перекусим и выдвинемся. По вырубкам, по делянкам походим. Лось есть, наличие зверя явное, все поедено, все погрызено. Миша тут копает колодец. Поздоров... Надо, чтобы весной была вода. Поздоровайся с людьми-то. Вот так. Олег режет сало. Давно не был, ребят, на канале по причине заработка денег. Некогда было охотой заниматься. За осень вот у нас еще второй выход. Первый я поснимал, не выложил там это. Ничего не было, в общем, интересного. Сегодня будем ночевать. Позднее начнем с Олегом устанавливать капканы. Но это позднее. Сейчас тепло. Куницу рано еще ловить, я думаю. Не вышла она, не выходная. Олег тут бобриков половил, трех бобров поймал. Но он не снимает. Как-то, в общем, так. Ну, я думал, на весну колодец у нас нормально. Планируется у нас строительство новой избушки. Но не знаю пока еще. Как время позволит. Копай еще глубже, что ты? Че, в 2 метра, да? Еще ширину метр на метр. Засосет все равно, че. Да ну че, она же глубже была. Че ты тянула? Ладно, че, ребят, сейчас перекусим немного. По рюмке чая выпьем. И пойдем искать. В этом году у нас. В этом году у нас гаджеты, собака с ошейником. Ну-ка, фу! Собака с навигатором у нас. Приобрели такие вот баофенговские рации. Отходи давай. В общем, гаджетами обзавелись в этом году. Надо его привязать к березе. Будем охотиться, если собачка лося поднимет, будем показывать навигатор, как она работает. Да? Ну что-то работает он в этом году очень плохо. Лениво, отъелся за лето. Не подходи сюда. Где у него этот? Ты еще свой кусок не заработал. Олег, где у тебя документы-то? Надо показать, что охотимся-то по закону. На все лицензии. А то некоторые граждане, может, не доверяют. Думают, что мы браконьерим. А Миша вроде как на браконьера-то и не похож. Да, так. А на меня? Че, соболюха? Лось. Пускают пожрать-то, да? Лось крупный. Так что, ребят, будем охотиться, будем снимать. Сейчас я приехал на 10 дней. Буду снимать установку капканов. Результат позднее будем показывать. Как-то, в общем, так. Смотрите. Может быть, что-то будет интересно. Всем
блогерам привет, охотникам, соседям. Интересно, смотрю ваши видео. Очень интересно. Давайте, не переключайтесь. Так, ребят, места пребывания лося. Все вытоптано. Деревья оскоблены рогами. Здесь наверняка был гон. Все измято. Вся делянка измята. Там он чуть дальше, Олег, находится, наверное, метров 100. Там дерево, осина, она просто вся съедена. Идем, собака что-то не работает пока, ну. Присутствие зверя явное, бля. Собака, ребят, работает по лосю. Мы с Мишей подходим. Ближе подойдем, включусь.
Так, ребят, погоняли лося. Собака ушла за ним, мы не смогли подойти. Видели, только ноги белые мелькали. Уже темновато в лесу. И вот в таком вот захламленном месте стоял. Вроде бы корова была. Если корова, так бог с ней. А быка если просрали, бля, жалко. Время у нас уже темнеет, все, сумерки. Сейчас будем выходить к избушке. Прилично мы от нее удалились. И вот уже собака весь день не работала, и что-то под вечер ей захотелось по лосику поработать. Бежим с Мишей, глухари взлетают с разных сторон. Я слышал, наверное, штук 5 схлопало. Я троих видел. В общем, как-то так Олег нас ориентирует по навигатору. Куда выходить, куда ушла собака. Идем, в общем, за собакой. Лая не слышим. Ну что, азарт словили, адреналин в крови кипит. Кросс по лесу, наверное, километра 2 мы пробежали. Сначала собака была 800 метров до нас. Мы бежали, 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 бежали. Лось, видно, не стоял, немножко отходил. Собака, соответственно, за ним он отойдет, постоит. Не наш. Не наш лось. Бывает такое. Если, конечно, утром бы его поднять, так мы бы его все равно нашли. А сейчас темнеет уже. Завтра. Завтра с утра продолжим. Ладно, дальше придем в избушку, будем есть и готовить. Быт поснимаем немножко. Застолье. Так что будет что показать, наверное. Да, Миш? Ну, будет, а может быть и нет. Ладно, выключаюсь пока. Так, ребята, немного охотничьего быта. Тут у нас харч варится. Будет суп со шкварками. Порезали что тут, лучок. Во фритюре. Да. Такой вот охотничий быт. Ходили, устали. Полностью сегодня разложили. Сейчас матрасы разложим. Будем пировать. Что нам начать делать? Я за водой ходил, Миша ружьишко за спину положил на всякий случай. Бздишь, похож, да? Бздю. Ночью в лесу бздю без ружа. Сумка тут такой. Сгущенка, две банки тушенки сюда уроним. Олег уже подходит, Олег собаку дожидал. Собака ушла за лосем, долго очень ходила. Ругали его, ругали, а он тут под вечер разбегался у нас. Дождь на улице пошел, такой. Надо поставить, пускай тут постоит. Приличный дождик. Сгорит. Газ не убавляется. Такое вот у нас тут бунгало. Какой быт. Зелень бабахнет. Надо... Зелень ты куда хочешь? Туда. И перец душистый. Чуть надо. Да. Пару штучек. Резануть? Ну, тут дырка какая-то есть. Подразорви посильнее. Так вот, охотники отдыхают. Вон там Олег идет, видно, фонарик у него мигает. Покушаем, просушимся, поспим. И завтра еще попытаем. Попытаем счастье. Охотничье. Любим мы все это место. Очень хорошо тут спится. О, главный охотник пришел. Ага. Главный охотник пришел. И сразу к столу. Сразу к... Иди-ка сюда, Соболь. На, дам тебе, вот, на, сухарик, на. Иди сюда, иди. На. Молодец, гонял, молодец. Отдыхай, отдыхай, обсыхай. Да, тебе оставили. Пить охота. Сейчас чай скоро вскипит уже. Сколько он в этом квартире бегал? Я куда ставить там, блядь? Он обратно. Он думал, что еще что-нибудь найдет. А? Он рассчитывал, что еще что-нибудь найдет. Так он нашел же. А хозяин этого. Надо было минералки взять лучше, а не лимонадовые.
Надо было. Что ему? Отдать? Интригующий момент. Миша ставит на стол суп. Вот такой вот такая вот наваристая баланда получилась у нас. Попробуем сейчас и скажем. Что да как. Сразу вижу, что тут из невкусного плавает. Че, проснуть тебе рюмку чаю-то, нет? Давай. Самая вкусная картошка. Гранатовый сок. Еще соли мало. Еще мало. А? Еще мало. Плохо смешалось. Держи давай. Так, а что, где это? Моя-то ложка. Не моя, где моя-то ложка, бля? Это моя. Моя эта ложка. Здрасте, а где моя? Я ее доставал из рюкзака, где моя-то железная? Значит, моя в рюкзаке. Моя, вот, блядь. Миша, достань, пожалуйста, из моего рюкзака, не пойду я туда. На, в кармане, Миша, в кармане, в одном из карманов. Блин, надо таким веслом работать. Да, блядь, таким веслом хуй поешь, блядь. В ком-то из карманов она, короче, лежит. В ком-то из карманов, блядь. Ты хорошо сказал, блядь. Утро. Всю ночь дождь лупил, сейчас еще идет. Встанем, поедим, чайку попьем и двинемся. Погода что-то испортилась очень сильно. Спали нормально, Миша плохо спал, всю ночь медведя боялся. Охранялся их от медведей. Зато Серега их всех распугал своим храпом. Лучше всех спал Соболь. Да, вчера ночью он даже не шарахался. Соболь! Иди-ка сюда. Че? Ничего. Иди сюда, пес. Иди сюда, иди. Иди сюда, иди. Ну. У печки спит, неохота ему от печки отходить. Знаешь, что снаружи сырый. Иди сюда, иди. Неохота вставать ему. С перекусами пойдем. А может, не пойдем никуда? Тут останется. Дождь переждем. Олег вчера она рассказывал истории про медведей, как они палатки с охотниками давят. Давят, да. Охотников в палатках давят. Что за биолог-то, Олег? Не помнишь фамилию-то? Забыл. Начитался каких-то там этих. Миша Вахруша, блядь. Начитался каких-то баек. Про то, что медведи охотников в палатке давят. И Миша всю ночь потом не спал. Вот так как-то. Собака находится в поиске лося. Все бегал, он тут крутился. Здесь нагрызено очень много деревьев. Видно, что зверь стоял. Собака распутывала. Побегала по той стороне, покрутилась, повертелась. Перешла туда. Будем ждать извещения. Собачка вернулась, никого не нашла. Крутилась долго здесь она. Сейчас Олег будет заходить в лес там. В рубки. Пройдет по ним, посмотрит. Где-то лось рядом. Выходим мы из леса. Ничего сегодня нам не удалось добыть. За лосем собака побегала, так и не нашла ничего.
уставшие, голодные идем. Сейчас в баньке попаримся, отдохнем. В общем, как-то так. На два дня сходили на разведку. Уставшие, голодные, но довольные. Миша говорит, уставшие, голодные, но довольные. Ладно. Буду снимать, буду выкладывать видео. Смотрите. Может быть, будет интересно. Всем пока.